Я хочу вам пожелать прежде всего крепкого здоровья. Прежде всего умение радоваться жизни. Прежде всего умение радоваться, что есть работа, что есть любимая работа, что вами любуются. Это вообще дорогого стоит. Вами действительно любуются. Я сегодня вот рядом, ну кататься, наверное, не подходит, но проезжал когда, то я все время думаю, ну надо же, какое вот это просто профессионализм, мастерство, и его рядом ощущаю. Когда токарь рядом работает красиво, да, то, поверьте мне, удовольствие получаешь. Когда Смолин сегодня, не глядя, вот так, правда, высоко поднятой клюшкой забил шайбу. Исайс, да, забил. Вот раз забил, и мне очень понравилось, что он так даже не удивился. Я больше удивился, что он попал по шайбе. Вот. Я хочу вам пожелать, чтобы вы могли радоваться жизни, чтобы приносили людям радость. То, что радость вы, которую приносите, она вам вернется. Закончите вот вы карьеру. Вот в жизни бывает такое. Я вот, поверьте мне, мне 60 лет, я иногда встречаю, мне говорят, а вы тот, я вам скажу, недавно было, а какой тут знаменитый боксер был, Крутиховский Игорь, и левша, и вот он в одном весе был. Он говорит, а вы действительно тот Нигматуллин, который его выиграли? Я говорю, да, вот видите, это возвращается. Они говорят, а мы помним этот бой красивый. Но это бокс, а у вас красивее игра. Поэтому вас будут вспоминать всю жизнь. Вы в истории. Творите эту историю. Счастья, успехов вам всем. Давайте. Мне бы хотелось пожелать только красивой игры. И только побольше побед. И позвольте поздравить нашего шефа, нашего директора клуба, нашего президента клуба, нашего многоуважаемого Аргенза Урлаевича с наступающим Новым годом. Спасибо. Желать его близким, его семье, родным здоровья, самое главное, терпения, когда, ну, всякое бывает в нашей спортивной карьере. Бывает и проигрываем. Так что терпение. Всего вам самого наилучшего. Аргенз Урлаевич. И вручите от нашей команды, от тренерского штаба, от всего персонала. Мы хотим вам вручить вот такой подарок. Я надеюсь, та мечта, которую на Новый год вы закажете, она в какой-то мере сбылась. Спасибо. Руки сейчас ходят под это, под елку, и все вот так. Что ты думаешь, что там есть? Спасибо большое. Все с Новым годом. Еще хочу пожелать вот нашим, как говорится, прекрасным половинам, которые с нами здесь, которые всегда поддерживают нас. Даже если мы где-то на выезде, все они будет. Переживают. Если они собираются вместе, это еще лучше, потому что это тоже сплочение. И вот именно вот благодаря нашим любимым... Ты про жены? Да. Наши дорогие жены, дамы, леди, девушки, как хотите. Дети наши, которые нас очень любят. Я вот честно хочу сказать, что в новом году желаю всем семьям взаимопонимания, любви, уважения, счастья и здоровья. Всем. Ну что, друзья, за любовь и взаимопонимание.